Дорогие друзья, мне лично очень жалко, думаю, что вам тоже, что это замечательная игра, такая теплая, интересная игра в стиле наших старых КВНов, американских КВНов 10-летней и 15-летней давности, подошла к концу, очень огорчительно, но всему бывает конец, и сейчас я приглашаю команды на сцену. Можно оставить эти стулья. Я надеюсь, что будете перед ними. Пожалуйста, команды на сцену. Команда КВН университета Брандайс, команда КВН Гарвард и компания. И еще раз спасибо музыкальному руководителю всего этого шоу Евгению Бранштейну. Спасибо, Женя. Хорошо, команды здесь, нам предстоит сделать две вещи. Во-первых, мы ждем от нашего экспертного совета и жюри двух призов, которые они должны вручить за лучший, если я правильно помню, за лучшую репризу и за лучший номер. Вы готовы? Вы можете их вручить прямо сейчас здесь? Кто-нибудь пойдет их вручать, призы? О, спасибо. Член экспертного совета Слава Познянский. Еще кто-нибудь? Ну что, Слава, придется тебе... вручать оба приза. Один? Хорошо, давай. Мне поручили вручить приз за лучший номер в ретро-КВН. Мы, посоветовавшись, и, я думаю, зал поддержит, этот приз вручается ребятам, которые показали лучший номер, я считаю, в конкурсе «Экспронт». Команда университета «Брандайс». Спасибо. Тебя я хочу добавить, что я перефразирую слова нашей финальной песни, которую написал нам Фима Аглицкий. Команда яркая на сцене, и КВНу без нее не жить. Спасибо, ребята. Следующий приз вручает член жюри, капитан сборной команды КВН США Ефим Аглицкий. Большое спасибо, ребята, огромное. Я не знаю, я всегда мне трудно судить. Я не люблю, когда кто-то проигрывает. И как-то хочется наплевать на все эти оценки. И я просто вот хочу сказать, а что вот я заметил такую вещь. В настоящем искусстве прогресса не бывает. То есть это не означает, что дальше обязательно все будет лучше. Оказывается, все лучшее уже было, ребят. Что касается самой лучшей шутки, то здесь вообще полная безнадега. Шуток было очень много, очень много. И мне понравилось и экспромтный ответ. Не пробовал ли Эрик попросить чего-нибудь по-английски? Хорошая была вещь. Нравилась мне замечательная шутка «Наша мирная цель – Израиль», пока я не вспомнил, что у нас уже была такая шутка. Похожая. Вот. И, в общем-то, две шутки, которые, в конце концов, вышли в финал, им уже не надо было бороться с друг другом, поскольку они принадлежат одной и той же команде. Это экологическое здание в Калифорнии, которое само раскладывается на четыре вот эти вот штучки. Как-то очень зримо. И паранджа, который уже носит пол Европы. Что это и приз симпатии ведущего и, может быть, даже всех мужчин команды. Итак, приз зрительских симпатий, а сейчас жюри. Готовы ли вы объявить оценки за домашнее задание и потом, если можно, быстренько итог встречи? Мы должны спортивную часть тоже закончить. Один из членов жюри, я надеюсь, уже здесь и сказал нам оценки. Итак, домашнее задание команды КВН университета Брандайс. Читаю. 7 с плюсом, 7, 7, 7 с плюсом, 7, 7, 7. Домашнее задание команды КВН «Гарвард и компания». 7 с плюсом,
7 с плюсом, 7 с плюсом, 7, по-моему. Нет, 7 с плюсом, 7 с плюсом, 7 с плюсом, 7 с плюсом. Все члены жюри поставили 7 с плюсом. Замечательно. И если мы успеем, последний счет. Пока что я приглашаю члена жюри Александра Дорфмана на сцену. Нам нужно вручать призы. Как только мы узнаем результат этой встречи. Да, не просто. Это вам не в компании программы писать и считать. Здесь работать нужно. Итак, вот, спасибо. Буквально несколько слов поручили сказать новому члену жюри. Я действительно 10 лет не участвовал в жюри. Знаете, есть у рыбаков такой примета новичка, что вот если есть новичок, то улов будет самый лучший. Ребята, я вам хочу сказать, я вот спустя 10 лет понял, интересно играет этот КВН. Здорово! Когда вот это все вас смотришь, во-первых, сидишь спокойно. Слава Богу, эти ведущие вообще, вот когда вы знаете, вот эти ведущие, которые ведут... Ну вот обязательно было про это вот здесь сказать. Они слова не дают никому сказать, правильно? Вот обязательно вот нужно было вот тут, прямо, когда мы тут стоим, про то, что не дают слова сказать, ну как это можно сейчас прямо говорить? А то, что на данный слово. Ребята, классная игра. На самом деле, я очень рад, что сегодняшнее событие происходит, что оно происходит действительно в столице КВН, в городе. Где мы находимся сейчас? Просто КВН это, я забыл. Вот, и замечательные, прекрасные, остроумные команды, которые знают границу между пошлостью и пикантностью, между хорошим и очень хорошим, между тонким и рвущимся. А между Ираном и Израилем. И в этом огромная заслуга, конечно же, команд, но и в первую очередь вас, дорогие друзья. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы в Боснии поддерживаете эту прекрасную игру. И спасибо ребятам вам за совершенно классный КВН. Мне он опять нравится. Спасибо. Итак, результат игры. Пожалуйста. Ну, в общем, тут уже еще один конкурс не объявлялась оценка. Давай сразу окончательный результат. Да, но окончательный результат, в общем, за домашнее задание Гарвард получает 7,5, Paradise 7,1. Нас не собьешь. Итог, Гарвард 40,7 и Брандайз 42 балла ровно. Спасибо! Вручает член жюри, крестный отец американской лиги КВН Александр Дорфман. За второе место команда КВН «Гарвард и компания» получает вот этот вот серебряный кубок. Очень красивый кубок, спасибо. И за первое место золотой кубок получает команда КВН университета Брандайс. Мы с Александром Дорфманом специально решили подарить эти два кубка, чтобы командам было чем чокаться, когда они, разумеется, будут праздновать это событие вместе. Этот замечательный КВН, уважаемые зрители, спасибо за внимание. Говорит, так из такой мирной ямы, такую плохую ракету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И по-английски спросите.